Но третий период совсем другой. Третий период. Активный гость. А тут 2 в 1 возможно организовать. Энлун. Энлун. Смещается в центр. Бросок. Гол! 4-2. Йонас Энлун. В меньшинстве заброшена шайба за 4 секунды до того, как Андрей Сергеев выйдет из штрафного бокса. Не стал делиться шайбой Йонас Энлун, сместился в центр, улучшил позицию и классно бросил. Бессилен был что-то сделать Александр Лазушин. 4-2. Да, повтор этого момента. Роман Савченко остался один из дальних. Получился бросок. Да нет, вы знаете, даже не в дальний угол получился. А? Точнёхонько в домик Александру Лазушину. Йонас Энлун.